Село Запорожье Жаксынского района Акмолинской области все больше привлекает жителей городов. Молодые специалисты приезжают туда жить и работать даже из столицы. Чем манит глубинка городскую молодежь, узнали наши корреспонденты. По мнению местных жителей, село Запорожье ничем не уступает городу. Здесь созданы все условия для нормальной и благополучной жизни сельчан. А улицы Запорожья, благодаря заботе предпринимателей, похожи на огромный цветник. Запорожцы с удовольствием рассказывают, как день ото дня хорошает их родное село. Только в этом году здесь посадили более 2000 саженцев. Все в нашем селе делается для блага народа. В нашем селе 2000 человек, 500 дворов, каждый занимается благоустройством своего двора. Озеленение в нашем селе проводится даже лучше, чем в городах. Оттока населения нет, у нас наоборот, стараются люди приехать. У нас даже вот нету домов свободных, на очереди люди стоят, чтобы вот купить дом, и перспектива жить есть. Благодаря социальной ответственности бизнеса в селе открываются новые рабочие места, строятся дома и спортивный клуб. Есть мебельный цех и своя парикмахерская. Строим дороги. Вот построили мы пробный центр, дом культуры. Сейчас в дальнейших планах у нас вот построить спорткомплекс для детей. Обеспеченность жильем и работой все больше привлекает в село Запорожье и городскую молодежь. Приехал сюда как молодой специалист из Астаны. Здесь все нравится. Клуб строится, вода проводится. Обещают мне квартиру. Не жалею, что приехал из города в деревню. Развитие малых и средних предприятий, где могут трудоустроиться молодые люди, позволяет местным жителям с уверенностью смотреть в будущее. Все вместе они стараются сделать жизнь на селе еще более привлекательной. Уже этой осенью в село украсят 2 новых парка. Их высадят при въезде в Запорожье. Сауле Кусаинова, Мадина Алданова, Анатолий Поляны, Акмолинская область, 24 КЗ.